Tattoo lovers. Yin-yang. Hola, hola. Всем привет, меня зовут Оля Лето, я преподаватель по дэнс-холлу и тверку в студии танцев «Этаж Лари». И сегодня мы выучим новую связочку на моем онлайн-уроке. Call it coloring. Them say we are mad, somebody show we hang up with body. But I feel we so we can do it as a hobby. Итак, первое движение – это удар кулачком по бедру. Правая ручка по левому бедру. Раз. И закручиваем. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Сегодня у нас очень нежная связочка, поэтому все движения будут очень плавные, красивые и, конечно же, сексуальные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше кулачками бьем крестиком впереди, потом два раза без крестика. Раз, два, и вниз один, три, четыре. И дальше мы делаем такие движения вперед. Раз, и два, три, и четыре. То есть сначала от себя, потом к себе. При этом мы двигаемся вперед. Раз, и два, три, и четыре. С какой ноги не имеет значения. И мы выходим вперед. Пять, и шесть. Таз чуть-чуть вперед. И возвращаемся назад. Семь, и восемь. Целая восьмерочка выглядит так. Раз, два, три, четыре, вперед, пять, и шесть, семь, и восемь. Соединим две восьмерки под счет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, и три, четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Теперь станцуем эти две восьмерочки под музыку. Продолжим учить дальше. И мы закончили с вами. Ручки здесь. Сейчас выбрасываем правую ножку вперед, как будто удар. Раз. При этом можно корпус вытягивать вперед. Раз. Как будто вы кого-то пропихнули вперед. Раз. Угу. Получится раз. Возвращаемся. Два. И только таз. Три. Четыре. Когда мы делаем три, четыре, можно коленочки чуть-чуть расширять. То есть у нас получается раз, два, три, четыре. И дальше идем влево. Правая ножка идет назад. Вот таким вот образом. Пять, шесть, семь, восемь. Вот эти шаги мы совмещаем с ручками. Пять, то есть правая ножка пошла и правая ручка. Шесть, семь, восемь. Соединим весь этот степ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шаги можно делать широкие или узкие, это не имеет значения. Главное, плавно, как вы чувствуете. Выучим следующую восьмерочку. Двигаемся вправо, то есть возвращаемся обратно. Раз, и два, и три, и четыре. Вот такие движения у нас идут с вами. Ручки к груди, к бедрам. К груди, к бедрам. Получается, раз, и два, и три, и четыре. Еще раз попробуем. Три, четыре. Правая ножка. Раз, и два, и три, и четыре. Вот такие движения. Та-та-та. Угу. И раз, и два, и три, и четыре. Дальше садимся вниз. Пять. Ручки наверх, коленки широко. Садимся в диагональ. Пять. Закрываем грудь. И шесть. Вокруг. Семь. И восемь. И закрываем. Раз. Два. Красиво встаем. Три.
соединим вторую восьмерочку. Мы пришли влево, идем. Раз, и два, и четыре. Садимся. Пять, и шесть, семь, восемь. Закрываем. Раз, два, встаем. Три. Соединим эти две восьмерочки вместе. Отсюда. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, и три, и четыре, пять, шесть, и семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Станцуем вторую часть под музыку. Look how we skin look. World boss will call it coloring. Them say we are mad, somebody show we hang up with body. But I feel we so we can do it as a hobby. Итак, объединяем все вместе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, и три, четыре, пять, и шесть, семь. И восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, и три, и четыре, пять, шесть, и семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Станцуем всю связку под музыку. Look how we skip look. Колампи, колампи. Look how we skip look. From we head to we foot, look how we skin look. Kalampi, kalampi. Look how we skin look. World boss will call it coloring. Them say we are mad, somebody show we hang up with body. But I feel we so we can do it as a hobby. На этом все. Если вам понравился урок, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. И если вы хотите быть в курсе всех событий нашей студии и, конечно же, учиться у наших прекрасных преподавателей, обязательно жмите на звоночек, подписывайтесь на наш канал. И с вами была Оля Лето, преподаватель по дэнс-холлу и тверку в студии танцев «Этаж Лари». Пока-пока. Look how we skip look.